Ну, немного международных новостей. Кандидат в вице-президенты США Майк Пенс заявил, что распространение терроризма, в частности усиление группировки ИГИЛ, стало результатом политики Обамы и Клинтон. Даже сомнений быть не может, ответственность за провальную политику на Ближнем Востоке, породившую условия, в которых развивалась ИГИЛ, лежит на президенте Бараке Обаме и госсекретаре Хиллари Клинтон, и американский народ это знает. Ранее на эту же тему выступил и сам Дональд Трамп. Он, правда, сначала назвал Обаму основателем террористической организации вместе с Клинтон, но затем охарактеризовал свои высказывания как саркастические. Комментируя слова Трампа, Пенс сказал, что миллиардер был очень серьезен, когда обвинял нынешнее американское руководство в пособничестве становлению ИГИЛ. Однако уточнять, почему тогда Трамп начал ссылаться на сарказм, Пенс не стал, хотя вопрос этот ему задали неоднократно. Кроме того, напарник Трампа затронул тему обнародованной на днях новой порции переписки по электронной почте помощников Клинтон в ее бытность госсекретарем. Он отметил, что здесь явно прослеживается связь с влияниями, со вливаниями в фонд Клинтонов.